наша первая задача и первое условие, основа нашей гражданской инициативы в том, что это не политическое движение. Это движение гражданское. Это не политическое движение. Это движение гражданское. Это не политическое движение. Это движение гражданское. Будет заниматься фронт народного сопротивления. Народного сопротивления. Да, группа гражданской инициативы. Значит, и что там одна деталь от меня ускользнула? Это не политическая организация. Абсолютно, это не политическая организация. В чем разница не политическая и гражданская? И давайте я сделаю предположение, вы скажете, я прав или нет. Любая политическая организация ставит целью за получение власти в стране. Да. А гражданская не ставит. Давайте я объясню вам сразу первую основу фронта народного сопротивления. Давайте. Главная задача и цель фронта народного сопротивления – создать в обществе сильное гражданское общество. Это не политическое движение. Это движение гражданское. Мы не боремся с румынами. И румыны не федерации, это румыны братский нам народ, который живет с нами через пруд. И у нас с ними очень большие тесные отношения. Личные, семейные, дружеские, бизнеса. У нас нет проблемы с молдавским народом. Может быть, правильная тактика была у коммунистов, которые именно все это пытались разъяснять? Вот нет, нет. Это тактика импотентов. Ребята, мы должны строить нашу организацию на принципах народовластия. То есть собирается три региональных организации. Север, центр и юг. Это тактика импотентов.